Один из способов помириться – это вместе поесть. Сегодня я приготовлю нежнейший капустно-грибной гратен, и вы убедитесь, что из капусты можно сделать такое романтичное блюдо. Начнем с лука. Гратен – это запеканка, которая должна быть обязательно с сырной корочкой. Выпекать буду при 180 градусах 20 минут. А в дополнение к ней я приготовлю зеленый салат с клубникой и авокадо. Нежный гратен, хрустящий салат, в котором каждый ингредиент вносит свою нотку. Эти два блюда идеально сочетаются, и все обиды будут забыты. Приятного аппетита! Thank you.
Самые разные актуальные для женщин темы в программах «Семеро с ложкой». Видеорецепты «Семеро с ложкой кулинарии». Смотрите, пишите, комментируйте. До новых встреч!